Здравствуйте, друзья! Сегодня ваши постоянные корреспонденты, ваши голоса Кремниевой долины, Светлана и Михаил Портнов, находятся в движении. Это движение на север. Мы едем в сторону Сан-Франциско, но Сан-Франциско нам не нужен. Нам нужен такой известный отель, называется он Ритц-Карлтон. И сам отель нам тоже не нужен, мы там ночевать не собираемся, и у нас нет с ним партнершипа никакого. То есть, знаете, как бывает, что, скажем, они не учат тестирование, а мы не сдаем номеров, допустим. Но дело в том, что там прохладненько, а сейчас вот жаркие дни. И даже Санта-Крус не спасает, 36 градусов да, сегодня. При всем при том, что Санта-Крус попрохладнее, чем, допустим, Кремниевая долина, вот Сунивейл, в частности, где мы живем. Но здесь, ну, насчет, Свет, насчет 36 сегодня. Ну, я глянул на веб-сайте, что делается в Хафмунбэй. В Хафмунбэй говорят, что 29. То есть тоже, в общем-то, не 14, но посмотрим. Там еще ветерок, знаете, прохладный с океана, там очень красиво. Мы там на самом деле снимали периодически, но давно. То есть я бы сказал, что такой большой тусовкой мы еще не заваливались в Ритц-Карлтон и там окрестности. Имеется в виду вот с вами вместе. Да, с вас теперь больше и больше и больше. И когда мы там были, может быть, последний раз пару лет назад, у нас тогда было там, не знаю, 10 тысяч подписчиков. И сейчас нас уже там за 70, поэтому я думаю, может быть, будет больше желающих. Ну и езды туда нам где-то 40 миль, вот по первой дороге, вот по хайвею. Мы сейчас камеру перевернем на другую сторону, вы будете лучше видеть дорогу. Она очень живописная, это самый живописный хайвей, самая живописная дорога в Калифорнии. Я думаю, тут такое вообще со всех сторон. Так, тут, да. В общем, мы покажем вам дорогу, так тоже еще порассказываем по дороге. И у нас целый час в пути. Свет, у нас там был вопрос, который я распечатал. Ты его никуда не выкинула? Вот, у нас еще вопрос есть от человека. Так что мы, может быть, на вопрос поотвечаем. Так что, друзья, я приглашаю вас в путешествие. Час туда. Там мы, может быть, часа полтора побудем и обратно часок. И хочу сказать еще тем, кто смотрел сюжет ночной про шоу автомобильное. Это на самом деле благотворительное мероприятие. То есть там вот эти билеты по 300 или там по $350. Эти билеты... На человека. На человека, да. Выяснилось, что на человека. Я с утра позвонил, думал, может быть, с автомобиля. Нет, на человека, что, когда тебя пускают туда. Поэтому $700 что-то многовато. Но это благотворительное. То есть они не только эти деньги собирают, там несколько тысяч будет посетителей, то есть они там миллион только на билетах соберут. Они еще и, поскольку там аукцион идет, соответственно, аукционер, он получает комиссионные с продаж. То есть вот эти все деньги идут в существенное количество всяких общественных организаций, нон-профитов так называемых, на благотворительные цели. То есть это такой серьезный благотворительный такой показ автомобилей. Но мы подумали, что что-то мы на такую благотворительность еще не готовы, в том смысле, что сами мы автомобилями не сильно интересуемся, но мы думали, так, если вот для вас сходить, просто для съемки, а так, получается, потратить $700 просто на съемку, это было бы чересчур. Они даже нас не соблазнили предложением за 600 нам отдать, то есть мы подумали, что и 600 многовато, чтобы снять видео или даже несколько видео. Мы подумали, поедем вот в красоту. Совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно. И самое главное, что я не думаю, что у нас на канале так много ценителей автомобилей вот за $1 миллион и выше. В диапазоне от 1 миллиона до 7. Знаешь так? Вот, поэтому подумали, будем заниматься практическим каким-то удовольствием. Вот, будем ездить по красивой дороге. Давай теперь, может быть, развернем камеру на красивую дорогу. Давай развернем камеру на красивую дорогу.